На сайте газеты «Известия» опубликован 8-й рейтинг губернаторов, подготовленный Фондом развития гражданского общества. Руководители субъектов, согласно исследованию, входят в 4 группы. Очень высокий рейтинг, средний и низкий. Улучшил свои позиции глава Чувашии Михаил Игнатьев, который перешел в группу руководителей с высоким рейтингом. Благодаря социально-экономической стабильности, в частности, усилению контроля на потребительском рынке с целью сдерживания роста цен на значимые товары. Конец цитаты. Как отмечают авторы исследования, большую роль в рейтинге играют результаты экономической политики, информация о фактах коррупции и расточительности чиновников, а также социальное самочувствие населения в регионах.